Приветствую вас, друзья, вы на канале Boston Technic, меня зовут Николай. Сегодня на обзоре распродборщик Крон Раунд Пак 1250. В удовлетворительном состоянии. Здесь колеса спущены, покрышки потрескались. Сейчас откроем внутри, посмотрим, что здесь. У нас тут цепь. Счетчик показывает тут 0,7. Он, скорее всего, не рабочий. Второе колесо накачанное, но тоже есть трещины. Открываем другую сторону. Здесь как бы все комплектное. Но здесь, где трубки отсутствуют, тоже, кстати.